Что за звуки? Что за херня? Ты кто? Эй, оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол. Чувак, ты обкурился, я эмиральд. В коромысли. А куда твоя толстовка пропала легендарная? Так, не знаю, она вроде на мне. Чё, ты обкурился, у тебя синяя футболка вместо... Ладно, все, пофиг. Это Эмиральд, все, он тут. Ой, ну вот. Всем здорово, мои бандиты. С вами снова я, Нейзи, Эмиральд. Да, всем привет. И, собственно, у него что-то случилось со скином. Мы вообще хотели поставить страшилу из SCP-087, ну, вместо его скина. Но он что-то не ставится, так как Елубу не отвечает. Ну да пофиг. Итак, в данной серии мы что будем делать? Мы будем искать слизнячков, да, для наших черных намерений. А, не, я не расист, все такое. Вот там страйдер наш ходит. Честно, он меня немного пугает. Так, бери пушку, пойдем за мной. Погодь, куда ты так быстро поперся? Мне нужно сделать новые шмотки. В смысле новые шмотки? Что ты подразумеваешь под этим? Подождите, я вот подразумеваю, что у меня одежда немножечко порвалась. Порвалась? Да. Что тебе мешает не рвать ее? Хотя бы тоже. Так, почини, давай. Окей, мы под кровом темноты сейчас, как два, не знаю, каких-нибудь негра, пойдем на станцию с углем и сопрем оттуда уголь. Но только не уголь, а слизь. Фига мы тут навзрывали всего. А ты как думал? Это было вообще эпично. Так, окей, пошли за мной, Эмиральд. Окей, пойдем, погоди так. Стрёмные звуки уже начались. Так. Где тут... стрёмные звуки? Я что-то не слышал ничего. Тут есть только генератор, энергохранитель. Ну, генератор, по-моему, самый стрёмный. Пока не понадобится, слышишь? В смысле, он мне всегда нужен. Чувак, пойдем, пока не надо. Хотя, погоди, у меня он уже почти зарядился, так что все равно погнали. Нифига, я подлетел с непривычки. Давай, пошли. Так, смотри, у нас уже тут рассвет, и пойдем мочить слизняков, не знаю. Пойдем. Почему бы и нет, собственно. Да. Так, слизняков. Нормально, абсолютно нормально. Потому что в прошлой серии мы что-то их не нашли особо. Да, а. Хоть и искали как могли. Вообще как могли, не знаю. А тут, наверное, ну, давайте еще раз попробуем. Так что-то темно, смотри, там впереди скелетон, надо его загасить, только у меня нету. Я его загасил. Да? Вот. Слизнячок! Слизни, я слышал! Маленький, стой. Убиваем? Да, убивай его. Сколько слизи выпало? Одна? Да. Офигеть, все. Там большой слизень! Где? Да, во. Покажи. Вот, за мной. Давай, пошли. Слизни, ух ты, какой здоровый жирдяй. Офигеть, мочи их. Все, ура, у нас есть слизь, мы сможем делать поршни. Офигеть, поршни. Мы крутые, чувак. Nice. О, две слизни выпало из него, из одного. Вот, четыре у меня есть. Найс. Nice. Мы сможем сделать уже четыре липких поршня. Для наших злых намерений. Так, скелетон, нет, не в данный раз. О, мне лук с него выпал. Найс. Nice. Вообще прикольненько очень. Вообще, чё нам повезло мне? Конкретно. Такого выкинуть, и нечего выкинуть мне. Ну, кирку починю точно. Чё, зачем выкинуть? Так, у нас теперь будет еще динамит, потому что у меня есть порох с крипера. Порох? Ура. Так, я слушал еще этого слизня. Слизня? Чё-то они расплодились, тут не знаю, найс. Так, курочки. В той серии я них не было, видимо, они за сегодня уже успели заспавниться, поэтому нормально. Они, наверное, ночью спавнятся или нет? Или да? Нет, утром. Так, вот наш Blackwood Pines, тут наше дерево большое. Чё с миром? Чё так? Не хочет прогружаться. Окей, так. Значит, я сложу сюда все ненужное.
Мы, собственно, расскажу наши планы. Мы хотим построить такую большую ловушку для мобов. То есть наверху они, ну, такая фигня будет, типа летающие тарелки. Они там будут спавниться, их будет сносить течением, и они будут падать и разбиваться. А мы с этого получим большущую выгоду. О, я нашел курятина. Курятины? Да. Курятины? Чикен. Курятины? Чикен? Погодите, сейчас туда негры сбегутся. Так, самолетик он вот тут у нас лежит, бипланчик наш. Сюда я пока пойти не хочу. И так, да. И, собственно, я пока что... Что я пока а что где биплан? Кто? Где биплан? Биплан? В сундуке в ангаре. Так, пока что я срублю тростничка, и мы сделаем какого-нибудь новенького этого... Ну, как его зовут? Этого. Представителя... Представителя расы крипипасты. Да. Пошли. Вот это не раса, это подтип, но все же. Типы. Так, значит, если мне выпадет какой-нибудь сидитер, просто я не знаю... То он будет... То будет он жить у нас в клетке, все. Да. Если вообще кто нам попадался, мы просто поставим того. Ну, кстати, там есть довольно найсовая пещера, ее можно будет обследовать. Опа, ты опять спер лэптоп. А ну отдал мне быстро. Я? Отдал мне ноутбук. Он тебя должен лежать в твоих грязных карманах. Погоди. Чё? Так у меня же его нету. В смысле нету? Он у тебя должен быть. Погоди. Я вообще установил на него мод на этот, на крипипаст. Да, установил. Да, все. Я просто проверить решил. Окей. Подожди. А, да, я он у себя у тебя, там. Он в сундуке, посмотри у себя, может, ты его куда-то дел, не знаю. А, во, все, нашел. Нашел? Все, окей, да. Давай. Побежали. У меня в сундуке был внизу. В сейфе. Фига ты его унес вообще. А хотя это вообще стрёмненькая штука, лучше. Я не знаю, зачем я его носил вообще, но. Ну, в общем. Это стрёмненькая штука. Я вообще боюсь ее в руки брать, поэтому, наверное, Эмиральд нас. Уберег от нее. Отберёг, в сейф спрятал. В сейф спрятал. Так, поставил. Все. И ждем, пока приготовится. Джефф. Приготовится наш какой-нибудь. Я надеюсь, это будет, да, Джефф. И прочее. Мы его в этот раз убьем, надеюсь. Потому что, тот раз они его взяли и сбежали, еще напердели, и я сдох. Айзелес Джек нам попался. Они тут, короче, напердели, и я сдох от него, от них, от их пердели. Так, все, безглазий Джек, безглазий. Безглазий Джек у нас. Убивать будем? Да, давай. А, не, мы его убивали. Не надо, пускай живет пока. Пускай живет. Он все равно убежит. Еще напердит, и я там сдохну еще. Я тебя опять туда. Сквидвард! 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 Вот это интересно, давай посмотрим. Пошли за мной. Так, Макаров на готове. А Джек будет наблюдать за тобой. Сквидвард, он ничего нам не сделает, вроде. Он просто рипнется сам по себе. Наверное. Потому что он же самоубийца, как бы. Да, я читал крипипасту, вот. И смотрел ролик, кстати, даже. Да? Да, суицид Сквидвард или как-то. Это он довольно-таки жутковатый. Не советую вам его смотреть, мои дорогие. На ночь смотреть не советую, и вообще даже смотреть не советую. Вообще смотреть не советую. Если хотите спокойно жить с чистой совестью. Окей, мы тут с Эмиральдом подождем для ночи, для большего эффекта, да? Да. А то ночью может и не заспавниться. Да. Вот так вот. Так вот, мы подождали до ночи. Да, это где? А вот и где. Привет. И, собственно, мы спавним этого несчастного Сквидварда. И да. Вот он такой сам. Что это, мать твою? Такое чувство, будто он увидел какую-то стрёмную фигню. На, это смотри. У него, наверное, запор, не знаю, и такие глаза такие. Мне нужен туалет! Ой-ой-ой! Что ты сделал? Такие стрёмные звуки. Don't do it, bro. Мне дали ачивку какую-то. Don't do it, bro. Так. Go to sleep. Окей, все. А пойдем тогда за другим этим. Это было стрёмно, но такой звук издал страх. Сдох так. Да, вскрылся, да? А, окей, ты где? Я здесь. Ты там чё, от шока отходишь? Чувак, что за фигня? Чё? У меня звуки какие-то стрёмные. Какие звуки? Чувак, такие звуки стрёмные, у меня какие-то шумы появились в наушниках. Какие шумы?
Шумы, шумы, у меня Майнкрафт издает шумы страшные просто. Какие шумы? Как турбина самолета, чувак, серьезно. Я тебе сейчас напомню, серьезно, не шучу абсолютно, без шуток. Ай, ё-моё. Джейн за киллер, слышишь? Я звук сейчас уменьшу просто, что за фигня? Чё, Джейн за киллер попалась? Ох, чёрт, кажется, прошли, ё-моё. Вот Джейн мы можем поселить как раз, чтобы она у нас жила. Сидитры, нафиг. Чувак, как думаешь, может это от Сквидварда? У тебя вообще не было шумов никаких? Не, у меня нет шумов. Потому что у меня... Джеки опять сбежал. Такие сидитры этого... Щититры. Это сидитры, что ли? Да, это сидитры. Щититр. Тихо-тихо. Да, ну, можем её убить. Ну, мы его убивали уже. Ай-яй-яй, не убивай меня. Тихо-тихо. Да я тебя должен убить, а не ты меня. Тихо, у тебя же патронов нет. Окей, нам все-таки нужны очень кактусы. Давай, добивай его, достал. Окей. Ничего не дали. И стой, отойди. Я, собственно, поселю сюда с нами. Джейн, ее не трогай, она, короче, хорошо к нам относится. Она няша. Да. Ну, я бы не сказал так. Ладно. Ой-ой-ой, ты че, это Джейн, что ли? Нет, это Smart Moving. А, собственно, привет, она будет жить с нами тут, да? Стоп. И отойди, сейчас я заспавню кого-нибудь еще. Стой, я с ней сфоткаюсь, она няша. Сфоткаешься? Да. Типа селфи? Опять этот сидитр попался, этот щититр. Щититр. Да. И боже, я не знаю. Давай его убьем опять-таки. Давай. А Джин нам поможет. Вот. Давай. Тихо. Ты чё, он быстро тебя зарашит. Не иди к нему. Просто бей с расстояния. А я пока приготовлю новые документики. Ой, там рассвет уже. Ну, я думаю... Ой, я Джейн случайно ударил. Ты не надо. Ты чё, не а надо? А меня чё-то не атакует, правда? Ай, щититр меня атакует. Ты по ней не пободи только. Так, вот. Eyeless Jack, стой. Я поставлю Eyeless Jack. Джека. Ай. Джек Fast Game поставлю. Отойди. Чувак, уйди оттуда, я собираюсь тут ставить эту. Ты не убираешься? Окей. И вообще пофиг, фиолетовый на тебе. Ты достал. Биться головой об камень. Так, Джеки. Нет, Джеки, ты меня уже не напугаешь, потому что... Смотри, он что-то рассказывает. Что-то рассказывает. Он головой мотает, как будто рассказывает что-то. Мосман, где? Он только что мотой... Мотал. Головой мотал. Ну что, Джеки, как поживаешь? Фигово. Стой, не трогай. Да давай убьем, у нас куча их было уже. Вот этого убивай. Да, он упал, так по стенке размазался. Как не знаю кто. Как? Мосман вообще, да, он. Мосман это вообще поехавшая какая-то фигня, не знаю. Это самолет поехавший. Страйдер опять, ну все ясно. Страйдер как бы задолбали, бесит. Страйдеры, давай, вот пускай тут ходит. А, он сам сейчас сдохнет. Фиг с ним. С этим страйдером убогим. Нужен ты нам. О, Рейк! Все, Рейка селим. Рейка не убиваем. Обязательно. Все, Рейк у нас. Ой-ой-ой! Офигеть! Нифига он быстрый! Хрена! Отстань! Уйди! Убивай его нахуй! С него свинина упала. Я его так сус, ты бы знал. Все, я спрятался за печку, вы меня нигде не найдете. За печку. Сидит опять этот щит. Взял, вылез такой скотина. Йо, Джейн, что с тобой ты что? Все, пускай Сидитер живет тут. Фиг с ним. Так, что у нас тут? Джейн, не лезь. Опять страйдер этот заспавнился, я не знаю. О, неужели из него что-то выпало? Йо, страйдер, придурок. Йо, чё за фигня? Чё? Так, выключи серию. Ты на него сел, что ли? Чувак. Ты на него сел или чё? Я просто... Офигеть! Знаешь, что мне выпало? Чё? Офигеть! Ой, мне страшно. Смотри. Ты где? Я здесь. Иди домой, смотри, что мне выпало. Пипец. Меня что-то. Чувак, меня Джейн телепортнула что-то в стену. Это не его, это ты на страйдера сел же. Короче, подохни.
И иди сюда. Смотри, что мне выпало. Скажи. Ща, смотри. Так, 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 так. Ай, меня не бей. Я не бью тебя, я случайно. Смотри. Ух ты, ё. Это иди сюда. Это же картина с этим, с тем, что я так боюсь. Давай, во. Будет у нас тут висеть. Красота. Красота, милота. Дай мне бумажку, я что-нибудь скрафчу. Бумажку? Да, у меня я скрафчу. Уже больше нет бумажки. А, стой, у меня же есть. Есть? А там нужна только бумажка, да? Да, бумажка и все. И крафти сколько хочешь. Так. А, что же мне выпадет? Ничего хочешь. Так, собственно, за окном уже день. Да, кстати, у меня скин класс D из этого, из SCP Containment Breach. Моя голова и скин... Чё? Офигеть! Чё? Джефф выпал. Давай, давай, стой, иди, дай сюда мне его. Давай. Смотри. Смотри сейчас на Джейн и на Джеффа. Пойдем. И чё будет? Смотри, видишь? Её убьёт, что ли? Она... А, ты чё? Ах ты, скотина! Ты что, Джейн, что ли, убивать вздумал? Ты... И с неё ничего не выпало даже. Где знаменитый его нож? С неё маг выпал. Она наркоманка, походу, была. Походу, она была наркоманкой. Джефф. Всё ясно с тобой, Джейн. Так, ладно, поставим тут цветочки эти. У тебя есть ещё бумажки? Ещё есть. Да, давай, клади. Давай ещё 3 перса и просто закончим видео. А у меня только что... 2 бумажки. Ну давай, давай, клади. Тогда 2 перса. Так. Прям все клади, клади туда все. А ты где? Я тут. Я тебя не вижу. В смысле, не видишь? В смысле, я тебя реально не вижу. Вот я. Где? Ай! Откуда? Да в смысле, я тебя не видишь? В смысле, в прямом не вижу. Погоди. А, как мне кильнуться? Да. Не знаю. А, все, вижу. Видишь? Да. Чувак. Ну? Забирай из своего принтера бумажку. Так, ты снимаешь еще, да? Да. Так, окей, сейчас забирай я... бумажки. Забрал? Нет, я еще их не сделал. Не положил даже? А, вот, теперь положил. Так, смотрим, что нам выпало. Так. Нам выпало... Страйдер опять и... Как вот спорим, если Мосман, то я просто убьюсь головой об эту... Об эту... Мосман... Страйдер! Страйдер, охрененно! Все, живите тут и сдохните тут, ублюдок. Чтоб вы, не знаю... Я вас ненавижу просто, страйдеры. Просто... Бывает в жизни огорчение. Ладно, сделаем мы напоследок поршни, да? 4 поршня. Да-да-да-да-да. А я тут хочу немножечко интерьер подкрутить у нас, потому что у нас как-то внешне не очень... А, выглядит, можешь тоже мне скинуть, короче, эту... А, не, не надо. Я, короче, буду сейчас нам немножко делать... Чё, это... у тебя есть дерево? Дерева нет. А, жалко. Очень жалко. Прям очень-очень-очень. А, ты что там делаешь? А... Вот такой вот домик у нас. Ладно, бандиты, давайте до скорого. Продолжение будет очень скоро. До встречи, да? Да. Пока.